Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Зарекался заезжать в садовые центры, но сегодня заехал. Назло Мартику, чтобы он не баловался. Вот где он там? Заехал и не мог уехать без этого деревца. Сейчас вот Сережа позвал его. Это уже у вас вирус занес. Вирус, да. Вот я не могу мимо садового центра проезжать. Да? Кто виноват? Не было их, я бы не заезжал бы. Пооткрывали. То лето, то садовый центр, то еще что-нибудь. Ну что? Вот они, зрители уже пришли. Собрались. Буду сейчас показывать, что я там привез. Сереж, ну вот смотри, какая красавица. Достанешь? Ну вот смотри, во-первых, она сформована, как называется? Ой, я бухаю, нет. Гранатовая какая-то. Некс граната Кимен. В общем, смотри, какая нежненькая, зелененькая, и она вечно зеленая. И смотри, какая форма. Так она сформована, ты видишь, Сереж, лень? Проволока он держит ее. Вот она, оцинкованная проволочка. И смотри, какая она красавица. Просто не мог я не взять ее. И это не сосна, не елка, а вот что-то такое вообще такое похоже. Какие-то чайные листики. Тис, ну у тиса длинненькие листья. В общем, вот такая вот красавица. Куда ее посадим? Все уже засажено, все уже, Марсик уже. Марсик, ну что, давай, подсказывай, куда мы будем ее? Марсюха, что задумался? Марсик думает, ну куда опять мне поливать, опять мне это орошать. А ты что думаешь, Лирик? А ты что, Мирка? Земляне, если честно говоря, ну уже некуда. А так понравилось мне деревцо. Ну, найду место, куда посадим. Покажу. А пока сейчас будем думать, куда же его посадить.